Высадку надзорного десанта на центральном полигоне городской свалки посчитали вероломством. Ну еще бы, в группе сотрудники Росприроднадзора, Минприроды, санитарный врач и представители лабораторий. И у каждого свои задачи. Наша съемочная группа вызвала взрыв возмущения вот этого человека в очках и синей ветровке и его друзей. Внеплановая проверка природоохранной прокуратуры как-то уж слишком переполошила местный истеблишмент. Нас на территорию помойки, естественно, не пустили. Ну, видимо, им есть что скрывать. Визуально городская свалка выглядит, как всегда, непрезентабельно. Где-то вдалеке разгребают бульдозеры, носятся стаи воронья. В общем, все как обычно. Но это визуально. У измерительных приборов своя шкала возмущения. В ходе проверки необходимо будет выяснить, оказывает ли негативное воздействие на состояние, в частности, атмосферного воздуха данная свалка, для чего будут проведены необходимые замеры в санитарно-защитной зоне, будет установлено, каким образом на свалке осуществляется деятельность по складированию отходов, перемещению отходов. И, соответственно, будет устанавливаться, осуществляется ли производственный контроль непосредственно на данном полигоне. И пусть результаты проверки будут известны только через 2 недели, их цифровой эквивалент беспокоит местных надсмотрщиков уже сейчас. Найти нарушение на свалке при желании можно всегда, это же свалка. Главное здесь не будоражить общественность. Но этого медведя короли помойки уже растревожили. Успокаивать придется долго, может быть, даже только решением суда. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».